Вот мы стоим уже третий или четвертый день, и мы не ели нормально уже 3-4 дня. Вот ребята, которых бросили просто тупо на пушечное мясо, вот все они тут собрались. Сейчас нам говорят, чтобы мы подписывали какие-то бумаги, типа хотят нас уволить, типа. Завтра говорят, типа, есть, мы будем уволены, а сегодня нас отвезут в ППД. Вот. Вот. Никто не согласен с их разговорами. Вот, мы все тут стоим уже. Мы сколько уже тут стоим? 3-4 дня мы тут стоим, пацаны. Чисто на сухое. Вот. Нас просто пустили на пушечное мясо, вот. Вот все ребята тут. Еле, кто вырвался, кто остался жив, вот мы тут стоим. И нам говорят, чтобы мы подписывали какие-то бумаги, чтобы они прикрыли сами себя. Что, задним числом уволить? Да, они хотят нас уволить задним числом, как тех, которые не вернулись, вот не приехали сюда, которые остались в полку. А мы находимся вот тут вот. Вот. Они нас привезли как будто на учение, вот. И охуенное все. Учение. Да. Нахуя чему научили? Не вывозят тела, ничего. Да, не могут. Я знаю, не могут. Вот. Мы сейчас ждем, пока нас просто переведут через границу. Нам уже третий день говорят, что нас отвезут. Нас никто домой не везет. Скажи, что мы спали на полу и покажи вот. Без палаток, без еды, вот. Без воды. Вот где мы спали. Вот. У нас все ноги мокрые. Не знаем, что уже делать. Вот так вот они работают. Они хотят сами себя говорят, прикрыть. Армия России это армия России. Мы приехали сюда, взяли